пороге общенационального кризиса. Страна в тисках экономической разрухи. Но временное правительство упорно продолжает следовать своему курсу «Война до победного конца». На фронт направляются все новые и новые пополнения. Вот они, представители правящих сил, приведшие страну на грань катастрофы. Однако революционные массы уже окончательно разуверились в политике партии кадетов, меньшевиков, эсеров. Свои мечты о новой России трудовой народ связывает с борьбой пролетариата и партии большевиков. Повсеместно происходит бурная большевизация советов, солдатских комитетов. Председателями многих из них становятся опытные партийные работники. Во всей стране разносятся призывы большевистской печати готовиться к решающей схватке с буржуазией. Находясь в подполье, Ленин держит постоянную связь с ЦК. Уверенностью в победу пролетариата пронизаны его программные работы «Государство и революция», грозящая катастрофой, как с ней бороться, удержат ли большевики государственную власть. Повсюду прокатывается волна стачек. Бастуют нефтяники, металлурги, железнодорожники, текстильщики. Создан вооруженный оплот пролетариата, многотысячная Красная Гвардия. Мощным протестом против политики правительства стал массовый уход солдат с фронта. Целыми ротами вступают они в большевистскую партию. Крестьянская борьба за землю приобрела такой размах, что ее уже не в силах подавить карательные экспедиции. Большинство народа идет за партией Ленина. Кризис назрел. Такой вывод делает постреволюция. Ленин вооружает партию планом подготовки и проведения восстания. В Большом Кремлевском дворце состоялось подписание соглашений об оказании Советским Союзом Демократической Республики Вьетнам безвозмездной военной и экономической помощи и предоставлении дополнительных кредитов, о товарообороте в 1968 году и других документах. С советской стороны соглашение подписал заместитель председателя Совета министров СССР Новиков. С вьетнамской стороны заместитель премьер-министра правительства Демократической Республики Вьетнам Ле Цхань Ди. Состоялись переговоры между председателем Совета министров СССР Косыгином, председателем Президиума Верховного Совета СССР Подгорным и президентом Пакистана фельдмаршалом Мохаммедом Аюб Ханом. В переговорах советской стороны участвовали заместитель председателя Совета министров СССР Новиков, советские государственные деятели. С пакистанской стороны министр иностранных дел Шарифуддин Пирзада, другие пакистанские официальные лица. В ходе переговоров, прошедших в обстановке откровенности и взаимопонимания, были обсуждены международные проблемы, представляющие интерес для обеих стран, а также вопросы дальнейшего развития советско-пакистанских отношений. На Красноводском нефтеперерабатывающем заводе заканчивается строительство установки каталитического крекинга. Новое производство по своей мощности равно целому заводу. С опережением графика трудится бригада Артекмаряда Халилова. Строители и монтажники в честь 50-летия октября взяли обязательство завершить все работы досрочно. На флагмане нефтеперерабатывающей промышленности Средней Азии в течение 5 лет будет построено 11 технологических установок. Отлично.
отличную сахарную свеклу умеет выращивать Ганна Григорьевна Пасара. За свой труд она еще более 30 лет назад была награждена орденом Ленина. Все годы уборка свеклы производилась вручную. Сейчас хозяйство Украины имеет 26 тысяч свеклоуборочных комбайнов. Лучшие механизаторы колхоза «Дружба» на Винничном собирают с гектара по 400 центнеров свеклы. Украинские свекловоды обязались в сжатые сроки завершить уборку и ко дню 50-летия советской власти вывести весь урожай на приемные пункты. На новой магистрали столицы в проспекте Калинина гостеприимно распахнул свои двери Московский дом книги. Это самый большой книжный магазин в стране. На его полках 35 тысяч названий книг. В магазине можно получить сведения о всех книгах, выпущенных советскими издательствами за последние 5 лет. Московский дом книги – хороший подарок книголюбам в канун великого праздника. Прекрасен Кавказ. Красивы его горы с вечными снегами и ледниками. Высоко в небо поднимает свою вершину седой Казбек. На протяжении почти 100 лет он влечет к себе альпинистов. В нынешнем году в массовом восхождении на Казбек приняло участие более 1500 спортсменов. Шаг за шагом продвигаются альпинисты к намеченной цели. В высоте 5047 метров над уровнем моря. Свое восхождение на Казбек участники юбилейной альпиниады посвятили 50-летию Великого Октября. В Москве с большим успехом прошли Дни культуры и искусства Украинской ССР. На сцене Кремлевского дворца съездов государственный заслуженный ансамбль танца Украины «Запад». Дирижер, заслуженный деятель искусств Украины Турчак.